мокрый. Угодил под дождь. Я думал переждать, но посмотрел на часы. Прости, что так получилось. В глаза затекло. Подожди секунду. Готов. Это Фрэджил. Твой клиент называет себя старьевщиком, но... Раньше он был спецом по ремонту связи. Он может починить что угодно, от простых терминалов до ключевых компонентов. Это в сетей связи. Он был хороший человек, приятный в общении. Но после инцидента рядом с Южным узлом он изменился. И я его не виню. У него полно причин не доверять нам.
Удостоверение Fragile Express проверено. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Из-за долбанутых террористов и их дружков в этом сраном Fragile Express и козлов из Бриджес, которые разворошили это осиное гнездо. Ну ладно, показывай товар. Ты быстро пришел, как и положено. Это ведь твоя работа. Я считаю, вы, курьеры, ничем не лучше террористов. И тебе никак меня не переубедить. Бери свой Кьюпид и проваливай. Ну ладно, что-то подсказывает мне, что мы должны выяснить, что на самом деле произошло с той женщиной в голограмме. Он думает, она погибла во время нападения. Но в архивах Южного узла нет свидетельства о смерти женщины, подходящей под ее описание. Поэтому я попросил Fragile заняться этим. Привет, Сэм. Я тут просматривала свою старую клиентскую базу, думала, вдруг найду нашу незнакомку. И представь себе, есть почти полное совпадение по лицу и голосу. Она жива. Наш старьевщик скорбит зря. Но вряд ли он поверит нам на слово. Погоди, он прислал еще один заказ. Наверное, просто нас испытывает. Загляни в терминал доставки, посмотри, чего он хочет. Отлично, доступен новый заказ. Чтобы узнать больше...
препятствий.
Почти у цели. Сканирую. Сканирую удостоверение, Бриджит. Удостоверение Fragile Express проверено. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Сумел вытащить оттуда товар. А ты смелый. Ну что же, это даже больше, чем я просил. Неплохо. Джайл, нас не кинули. И Бриджес, восстановим страну, ага. Только людей тормошите. Если бы не вы, моя девочка осталась бы жива. Она была там, когда террористы попытались взорвать Южный узел. Она была уже мертва. Из-за вас. Он не прав. Она в убежище к юго-востоку от развалин. Давай я тебя подменю. Если он не собирается выходить, то все равно на кого он будет орать. Пусть уж лучше вымещает злость на мне. Бриджес, Фрэджайл говорит, моя девочка жива. И я должен поверить ей на слово? После того, что было? Ну уж нет. Ты должен мне это доказать. Я знаю только один способ. Я через тебя передам кое-что этой женщине. Если скажет, что это ее, приведи ее сюда. И еще вот это возьми. Это контур, улучшающий устойчивость и подвижность. Собрал его из подручных деталей. Только давай сразу проясним. Я даю его тебе только для того, чтобы ты гарантированно добрался до места. Если моя девочка жива, то как увидит эту посылку, попросит, чтобы ты отвел ее сюда. Окажешь мне услугу, я в долгу не останусь. Отлично. Доступен новый заказ. Сэр, размещен заказ. Загляни в терминал доставки.
Говорит, что хиральные часы очень хрупкие, а такой груз лучше носить на руках. А вот еще кое-что от старьевщика. Сэм, этот активный контур увеличивает скорость. Он усиливает движение мышц, позволяя перемещаться быстрее. Если очень спешишь, то можешь даже усилить его, но усиление быстро сажает аккумулятор. Подумать только, он сделал это из мусора. Такой талант не должен пропадать. Всем груз не ронять.
Еще немного. Удостоверение Бриджес. Удостоверение Fragile Express проверено. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Груз проверен. Спасибо.
Доставляю груз. Ты из Fragile Express? Нет. Ты курьер Bridges, да? Я не ждала никакого груза. Там ничего опасного, да? О, господи! Я и не надеялась снова увидеть. Дай-ка взгляну поближе. О, невероятно! Нет ни единой царапины. Не знаю, как тебя благодарить. Значит, я теперь в уникальной хиральной сети? Чудесно! Я рада стать частью UCA. Зайдешь еще раз, да? Отнеси меня. Пожалуйста. Я должна его увидеть. Сделала для него. Когда напали террористы, мы с моей мамой едва успели убежать. Я пыталась потом его найти. Правда. Просто я не знала, где искать. Но перестала я не поэтому. Он не нравился маме. Она ясно дала это понять. Но я не думала, что она опустится до лжи. Она сказала, что он умер. Я поверила. А потом то сообщение. Это он. Это правда он. Я не должна была сдаваться. В глубине души я знала, что он еще жив. Но не могла же я бросить маму одну. Я решила, что надо смириться. Но я не могла. Даже если бы очень захотела, я увязла в прошлом. И не знала, как жить. Отнеси меня к нему. Умоляю. Я готова. Можно идти хоть сейчас. Только согласись.
Это пистолет для стрельбы гематическими патронами. Они наполнены твоей кровью. Если наткнешься на тварей, он должен помочь. При использовании патроны наполняются кровью из твоего тела или имеющихся пакетов. Количество крови зависит от того, как долго ты держишь спусковой крючок. Чем дольше держишь, тем больше крови потратишь и тем сильнее ранишь тварь. Только постарайся не обескровить себя, ладно? Я собирался плюнуть на все это. Я твой должник. Большое спасибо, Сэм. Я сохраню это. Спасибо за ваш вклад. Как ты знаешь, в этот раз ты будешь вести живого человека. Не стоит и упоминать, что падение или удары могут серьезно навредить твоему клиенту. Так что прояви максимум аккуратности.
Часы будут у меня, чтобы не разбились. Разрешено. Это здесь недалеко, кажется. Ищи места, где смола выходит на поверхность. Ты поймешь, как увидишь. Тебя может затянуть с головой. Яма бездонная. Ну, так говорят те, кто сбрасывает в такие ямы загрязненные хиралием отходы. И трупы. Если нет времени на кремацию, выручит смола. Thank you.
наверняка. Извини, постараюсь побыстрее. Сканирую. Сканирую удостоверение, Бриджес. Удостоверение Fragile Express проверено. Все оружие блокировано до вашего выхода. Все чисто. Добро пожаловать, Сэм Портер, Бриджес. Ты не ранена? Спасибо, Бриджес. Неужто ты и правда жива? Я хотела сказать то же самое. Я думал, ты погибла. Мама сказала, что ты умер. Я держал их при себе. Всегда. Но после нападения они сломались. Я думал их починить, чтобы песок снова сыпался. Но это было бы словно уйти и забыть тебя. Что ж, теперь мы оба пойдем дальше. Вместе. Ты и я. Если хочешь. Конечно. Тот, кого я знала, не торговал старьем. Он чинил вещи, и они становились как новые. Он собирал осколки, прилаживал их друг к другу. В этом я тоже мастер. Но этот осколок больше не нужен. Важно только время
которое я провела с тобой. Эти моменты мы будем считать сами. Вместе. Ты готов жениться на мне, глупый? Готов. Да. Да. И еще кое-что. Что? Помирись с мамой. Ладно. Объясни ей. Мы этого хотим. Помоги ей понять это и принять. Она без нас никак, а я без нее. Хорошо. Отношения тоже можно починить. Прошу, извини за грубость. Я с вами повел себя как скот. Теперь попытаюсь начать все с чистого листа. За вами-то мне, понятное дело, никогда не угнаться. Но я готов вкалывать. Если нужно что починить, обращайся. Можете на меня рассчитывать. Надо будет немного привыкнуть, но уже пора. Мы примкнем к сети UCA. Я вас не подведу. Обещаю. Мы тебя не забудем. Спасибо. Теперь весь этот регион подключен к хиральной сети. Иди в соседний. Чтобы подсоединить южный узел, доставь туда груз из Озерного. А? Я что-то не пойму. Почему бы не подключить их к сети? Пусть печатают, что хотят. Потому что напечатать все невозможно. Ты же знаешь, да? Пища, лекарства, органические соединения, твоя кровь, что так эффективно в борьбе с тварями. Переслать все это по сети нельзя, можно только доставить. Нападение стало для жителей Южного узла тяжелым ударом. Им нужны припасы из Озерного узла, иначе не выжить. Вернись и прими заказ. К слову, иногда же ты возвращаешься домой налегке, верно? Пустые рейсы. Чтобы не терять время, следи за тем, чтобы у тебя всегда был заказ. Скажем, вот сейчас пришел один от старьевщика. Совместный от него и от хиральной художницы. Для всех будет лучше, если этим займешься ты. Загляни в терминал доставки. Внимание, Сэм. К северу от южного узла обнаружен аномальный уровень хиралия. Там прошел мощный темпоральный дождь. К
Кажется, это какая-то буря, но такой я никогда еще не видела. Хотя, если честно, и увидеть ее я не могу. Буря совсем рядом с лабораторией, но из-за ребенка я не могу ее изучать. Кажется, она пока еще не нанесла урона, но ты не мог бы ею заняться. Только не подходи близко, ладно? Разворачиваю автономного бота-курьера.